Да, идем, идем. Если я вот все палки оставил, и макушка стала куситься. Вот этот я. Знаете, говорю, у меня не получилось маяком 2. Короче, вот маяк 2 посадил. Вот он, да? А, трава. Трава все подняла. Выперла. Да. Это вот сорт, не знаю название. Он желтый такой. Желтый такой, ярко-желтый. Острые вот такой листья. И мягкий-мягкий. Узнаешь свое? Да. Может, это ива розмариновая какая-нибудь. Не знаю даже какая. Острые листья такие. Это вот лозинка. Вот это. Вот этот пластилин. Вот это вот пластилиновая. Вот если взять его, вокруг пальца мотается. А вот это вот как раз уральская ленточная. Это вот она за год вымахала. Она еще вырастет на полметра. Обалдеть. Вот такую хочу. Уже трешку ставить. Она сейчас как бы не зрелая, а травянистая. Ну пошли с того конца. Может, это не червяки? Да пришлют, или сейчас. Ну этого грунной материал покупал, да, нормально было. А это вот тает. Да. Я узнаю, вот у меня тоже самое. Да, у меня тоже была такая. Маяк 2 вот не получился. Это мне Галя Евдокимова прислала, и у меня все, его задавило. Маяк, вот он. Ну вот задавило его. Понятно. Вот эта лозинка, она вот только для вот для мелочников. Угу. Мелочевкой занимается. Да? Мне значит. У нее лента такое получается изумительная. Мягкая-мягкая, белая-белая. С лозинки? Нет, вот с этого. Вот с этого. Пластилин. Не, не с пластилина, а вот с этого. С этого. Ну вон, смотри, какие черенки я сажал. Ага. Это в этом году я посадил. Мощные черенки. Короче, надо все брать. Вот это обычно, когда корневая система у нее здоровая, да, это вот это вырастает до 4 метров. И вот, вот такая лента получается. Классно. Вот это этого года, вот весной она вот вышла. Она вот чуть больше этого диаметра будет. И вот это, да? Отлично. И 4 метра. Это на ленту вообще обалденный Сигеть. Сорт. Оль, давай нас фоткай хоть. Это на плантации. Да. Это ураль. Вот она пошла, смотри. Вот это тоже лента. Вот как та. Теперь смотри, какой пруд. Вон, посмотри. Это же да, обалденный же. Вообще. Трехлеточка, скорее всего, да? Смотри. Вон. Обалдеть. Шикарно. Это мечта мебельщика. Я мебельщик. Мечта. Вот я целую газель вот таких палок отправил в Лаишево ребятам. Отдал бесплатно, не жалко. А вот эксперименты, вот он в чем. Я взял на кустку, ты видишь, срезал, и она пошла куститься. Вот говорю, сейчас вот это осенью вот так срежу. Это срежу, а это забил в землю вместо черенка. Смотри, какая вида. Вот оттуда, вон туда. Вот так вот. Короче, да, надо порядок тут мне наводить. А вот оно вот там уже превратилось в дерево, лет 7, наверное. Там стволы такие. Но там тоже можно выбрать на ножки стволов и тому подобное. И при желании еще можно вот сюда тоже, тут раньше косили, можно отфрезеровать и вот пленку тут тоже посадить. Никто ничего не ставит. Виталий, ну как вот октябрь, ноябрь, дожди, как сюда приехать, заготовку? Ну, Вася, как на Ниве, да. Да? Да. Вон деревня сейчас проедем. Тут же это же огород раньше был. И туда она уходит, да? Ну, она и вот это была когда-то, и вот это все, часть прута, это она уже заросла, в дерево превратилась. Пойдем там еще вперед. И видишь, между ряди-то, как в парке гуляет, не как на той плантации. Ну да, тут это. Ну тут и это, почва и воды поменьше, видишь, ты трава. Да, вода тут рядом, водоем. Ну трава все равно меньше буйствует, там-то прям. Давит траву. Вот это вперемешку уже дикарка идет, видишь? Ага. А это вот по листьям, видишь, это вот эти же ряды, я их забросил, они превратились в деревья. Я их пахал, осажал вот эти развальные борозды плуга. Вот тут немного другой сорт. Видишь, зелененький. Ага. Это американцы. Вот.
Дебри Амазонок. А это вот она, если не ухаживать, она вот превращается вот в такое. Ну это американка, наверное, да? Да. Или что? Вот. А тут вот мебельный пруд. То же самое. Вот смотри. Вот я тебе покажу один прутик. Для того, чтобы ты понял, что это такое. Смотри. Видишь? Классно. Ну вот с большим вот прутом у меня он также выглядит. Очень похож. Вон, видишь? Хороший, да. Такой у меня есть. Ну. И там еще. Вот мы с той стороны смотрели. И еще вот тут. Вот видишь, это от дороги сюда полностью идет. Ага. Вот видишь, тут в этом году она реже. Вот это видишь зелененькая. Вот. Это вот, вот это все культурное в деревья превратились. Если ага. их на пенек садить, это все измельчить, тут еще, ну, его можно восстановить. Но я это все буду делать, ну, там, где мы были. Ага. И вот тут нету ни крапивы, ничего нету. А вот тут гитарка уже. Тут я до половины пеньки посадил на низ, половину так и не смог. Вот тут кто-то рубил, кто-то рубили. А, вон. Вот это уже я не обработал. Видишь, какой пенек высокий? Вот видишь какой? А там я это вот это все под самое не резал. Это будет все меньше и меньше становиться. Угу. И вот если вот это брать, вот эти пеньки убирать, да? Вот, вот эти вещи, угу. То этим аккумулятором, секатором-то вообще нет проблем. Хорошо, да? И все, да. Ну, а лучше растет именно на полностью срезанной или вот да, на таких? Да, лучше вот пониже пеньки делать, потому что проблема-то в чем? Вот эти елки, гранаты я их называю, ага. Падает листва. Листва там накапливается, потом она начинает гнить. Ага, вот понятно. Это проблема-то. Тут я, короче, не обработал. Тут пеньки высокие, и количество прута сокращается. Вот. Сюда подойди. Вот. А здесь вообще тоже уже забросил. Вот он тоже, вот видишь, он превращается в лес уже. Вон, видишь, все это. Ага. А это даже дикарка. Ну, это другое, это да, дикарка. Что-то. А вот это, смотри, вот, вот рыбачка, тут и щука, и все есть, вот. Да, класс. Это была просто ямка была, а я когда посадил, как бы, потом ребята перепрудили вот это, сделали за пруду, но они по моей просьбе как бы уровень воды больше не подняли, чтобы угу. меня не затопило. Ну, да. Но влаги тут более чем достаточно.